Акция «Наш лес, посади свое дерево» проводится в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева с 2014 года. В текущем году экологические мероприятия проходят в рамках всероссийской кампании «Сохраним лес» и вместо двух дней продлятся три недели – с 7 по 30 сентября. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году формат акции был изменен. По требованиям Роспотребнадзора высадки саженцев осуществляют небольшие группы людей с соблюдением правил предосторожности. Почему я здесь? Потому что это необходимо своим примером, опять же, приобщить к этому мероприятию жителей нашего города. Конечно, пандемия внесла свои коррективы. Раньше мы дружной большой компанией сажали деревья в лесах, безусловно, также сажали во дворах, но сегодня мы немножко ограничились своим составом, мы соблюдаем социальную дистанцию. В этом году в Пущине для проведения экологической акции определили площадки в двух микрорайонах. Кустарниковая ива будет расти в микрорайонах А, Б и Д, а у дома АБ-23 высадили саженцы клена. Считаю это очень важным, потому что зеленые насаждения, они со временем приходят в негодность. В любом случае, иногда они становятся аварийными, приходится их спиливать, а компенсационную высадку ровно в таких вот мероприятиях следует производить. Эти места выбраны по причине малой зелененности этого района, также по причине того, что у АБ-23 у нас сделали парковку, в связи с этим там была надобность спилить ранее посаженные деревья, и вместо них решили высадить еще дополнительно клен. Второй площадкой в Пущине, где 29 сентября пройдет экологическое мероприятие, станет микрорайон Д. У дома 2 будут высажены саженцы кустарниковой ивы. Там будет высажено 13 саженцев ивы кустарниковой. Вместо ранее посаженного там боярышника его убрали, поскольку дерево кустарник сорный, рядом с парковкой. В экологических мероприятиях, которые организованы в рамках акции «Наш лес, посади свое дерево», помощь оказывают сотрудники муниципального предприятия благоустройства. В этом году из-за пандемии не рекомендовано привлекать к участию широкую общественность, но активные горожане были приглашены. Цель акции – озеленить город. Площадки выбраны по желанию жителей, они к нам обращались. Здесь сделаны новые парковки, чтобы немножко придать уют, и мы высадили деревья. Просто так деревья сажать весной и осенью, когда хорошие условия для полива, то есть естественная влажность есть в почве. Сейчас вот начнутся дожди, они должны у нас прижиться очень хорошо. В этом году на дворовых территориях в АБ и в Д были высажены саженцы кустарниковой ивы и клена, выращенные в городском питомнике МБУ благоустройства. Татьяна Смирнова, Иван Хромов, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.